Привет, я Эрик Шоков, и сегодня я буду в роли модератора Сабершока. Прошел месяц, и я возвращаюсь к этой роли. Что будет сегодня? Сколько людей мы забаним? Сколько людей мы помилуем? И сколько людей мы предупредим? Я расскажу вкратце, как это все работает. Прямо сейчас у вас сверху человек по имени Лхакинг. Он главный модератор на Сабершоке. Да, привет, Дим? Сэм. Да. Как работают вообще тикеты? Вы играете на сервере, если вам что-то не нравится, вы можете прописать тикет, и откроется менюшка, где вы можете зарепортить сервер либо игрока. Мы эти тикеты получаем онлайн в режиме. Вот, прямо сейчас появился новый. Модератор нажимает «Принять тикет», открывается инфа про эту жалобу. Проверьте его, пожалуйста. У него читы, он выходит с префа издалека, одна пуля и все. Вот такое вот описание этого читера. Нарушитель у нас... Игрок по имени у вас Чича, он поиграл у нас 31 час, КД 0.59, очень слабый КД. Я предлагаю зайти, посмотреть, что у него там творится. Он тикеты ловил очень много раз, и каждый раз модераторы писали, что недостаточно доказательств. А иногда, смотри, он еще и запрещенные слова на Твиче говорил. Нарушитель был наказан, то есть он обзывает, оскорбляет родных в чате, спам, неадекватное поведение, упоминание родных, оскорбления. Он какой-то супер токсичный. Ай-яй-яй. Чувак, это... Ой, какой же он токсичный. На этот раз читы, а не оскорбления. Да, и не оскорбления. Но мне кажется, мы сейчас забавим за оскорбление. Но как минимум за те сообщения он получит сейчас бан. Мут, точнее мут. Остановился. Просто остановился. Это что? Ладно. Непонятные мувы. Смотри, режет кого-то. Смотри. Он очень странно играет. Ладно. Может, у него мышка отказала. Смотри, Чича, на тебя поступило большое количество тикетов за оскорбление. Поэтому ты получаешь еще один мут за оскорбление в чате. А ты вообще молчи. Ну да, чел не взрослый. Так, нарушитель был наказан. Так, ДМ. Читинг. На ДМ я давно не получал тикетов. У него в первый левел играет как 10-й, одни хэты. 9 часов наиграно, 700 элла, КД 0.89. Смотри, давай возьмем тот факт, что у него КД 0.89. Если сейчас играет на КД 2, то это уже под вопросом. Вместе, на первом месте, но КД у него 0.69. В минус, да. Он очень плохо играет по статистике. Найс стрельба. Ну, по стрельбе добрый день. Слушай, ну КД у него прям его АВГ. Смотри, с ножом бегает на ДМ, чисто кайфует. Ну, ВХ точно не, тоже нет, просто летает по карте. Может, под музычку зашел вообще побегать. Не, ну тут обсуждать нечего, на самом деле. Парень чистый. Читов не найдено, и идем дальше. Небольшая рекламная пауза, мы на проекте GG Drop, это сайт по открытию кейсов, и у нас есть барабан, который вы все знаете. Нам сейчас падает 3 бесплатных кейса в случае депозита от 600 рублей. Ну, а если пользуясь секретный код, вы можете прокрутить барабан еще раз. Шок, гоу. И крутим еще раз. 35% к депозиту. На сайте вышло обновление, которое называется «Зимний скинопад», и первые 3 приза вы можете получить за депозит 150 рублей. Дальше идут за 1000 рублей. Ну а количество подарков не ограничено. Я получил вот такие вот призы. Ну и при пополнении 300 рублей я смогу получить еще один подарок. Ну а также на сайте вышли зимние кейсы. К примеру, давайте откроем один раз Кока-Колу. Нам падает огонь Чинтика. Он у вас появляется в профиле, вы можете его продать, либо запросить с маркета, и он вам придет в трейде. Ссылочка на джидроп есть в описании. Ну и на промокод также. ВХ. Блин, честно, я так не хочу это смотреть, но окей. I'm Shark. 300 часов у нас наиграл. Ой-ой-ой. Ну, если он будет сейчас с ВХ, то я удаляю канал. Человек находится справа и слева. Его действия. Убивает первого. Спрей-трансфер на второго. Была попытка. Его добивают. Дверь пикает. Так, дверь очень близко. Он не видит его. Не, его не видел. Ой-ой-ой, какой ужасный пик, какой же ужасный пик. Ну, такое. Я, наверное, я пропущу все-таки. Недостаточно доказательств. Арена, нарушение правил. Принять тикет. Maybe aim не точно. 0.29 КД, Наруто. Это очень плохо. Окей, давай 0.29 фиксируем. Смотрим, что будет сейчас. Смотри, как он двигается. Ты видел это? Опа, опа. Ну это какая-то шутка. Но он очень плох. Да кого? Подожди, он рофлит в чате. Он плачет как будто. Я, конечно, все понимаю, но он же наводится, когда к нему подходит.
Ну да, прям точно, да? Но... Да, да, да. Либо я дурак, либо он дурак, либо он прикидывается дураком. То есть тут такой вариант. И когда мы зашли, он начал руфлить. Мы посмотрели твои аккаунты и посмотрели твою игру, посмотрели твои файлы. К сожалению, ты играешь сейчас с запрещенным программным обеспечением. Честно? Ну, ты играешь сейчас с читом. Я не играю сейчас с читом. Честно. Ты получаешь бан навсегда. Ну ладно. Ну, у тебя есть вариант исправиться, если удалишь прямо сейчас чит. Как мне тебе доказать, что я удалил? Ну, удалю сейчас. Ты удалишь чего, точно? Ну да, я удалю точно. Я, ну, ты... почему именно этот щит? Я не знаю, мне кажется. А ты где его нашел? Я не помню, я где-то его в ютубе посмотрел. Чувак, если что, мы его сейчас на пон взяли, и он сказал, я сейчас удалю его. Так я тебе говорю, это работает. Ребят, к сожалению, человек покидает проект Сабишок навсегда, потому что играл с читами, он сам это признал, то есть вы слышали его слова о том, что он сейчас чит удалит. Читерство на ДМе. С читами. Ладно, давайте посмотрим. MLS DAI, КД 1.67. А 2.900 у него Элла. 2.900 Элла? Да. Да, для десятков нормально. Да, это обычный гейминг, а 2900 L у чела. А что еще ожидать от такого человека? НС, новый аккаунт. ВХ. Нет статистики. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Наконец-то. SP. 25 на 2. Ой-ой-ой. Он уже двигается как читер. И лагает. Ну, он... Чего? Чувак, почему он... Я был уверен, что он сейчас сделает какой-то жесткий шот. Так, ну... Очень много аккаунтов показало, ни на одном бана нету. Оу, он сейчас такой красивый дал. Что это? Это чит. А, это чит, кажется... это чит, дружище, это чит. Да. Ну, смотри... Тут нуб с ВХ получается. Нуб с ВХ, да, это правильное определение. А, смотри, смотри. Все, я понял. Какой дурак. Смотри, какой охота на Форест. А, ну, блядь, он даже с читом, видишь, он попасть не может. У него есть возможность оспорить бан в Дискорде, он получает бан навсегда. Все. Попался молодой человек. Пацаны, я же говорил. Так, ретейк, читерство. Опять читерство. Гомер. Toxic and maybe VH. На него очень много, опять же, было тикетов. Кстати. За сегодня. Это за вчера. Чувак. Чего? Ты видел такой-нибудь когда-то? Нет, а вверх пролистает за 28 число, посмотри, сколько тикетов пришло. И всегда недостаточно доказательств мы писали. Смотри, ему выдавали бан за отказ от проверки, но сейчас он играет, значит, он проверку проходил. 1.88 КД. Да. Один друг. Себе точно опсы. И мейн. Себе точно. Аккуратно. Тропсы. Ой. Понял? Ты видел? Mm-hmm. Самое интересное, очень много тикетов кидают. Хорош. Ну, мне кажется, он чист. Мне кажется, это каждый модератор смотрел. Только я не понимаю, почему его так часто репортят. Ладно, дадим возможность кому-то еще раз проверить его, но сейчас не было ничего убедительного, просто ничего. Нарушение правил. Оскорблений. Чё дура и лоха, сын. Я захожу на серу, даю ему прямо сейчас мут. Объясни, пожалуйста, почему ты оскорбляешь каждого подряд. Сори. Ну, сори это сори. Ты получишь бан именно в чате, мут точнее. Мут, да. Ты получишь мут. Но это не означает, что он пройдет и ты снова будешь продолжать общаться. Не, все. Слушай, лхакинг. Сейчас мы снимаем это в 17.43, онлайн 6.300. Во сколько сбор будем делать? Я вот думаю, знаешь, что сделать? Запишем где-то через часа 4,
5, угу. Посмотреть, что будет ночью. Потому что Когда дети, да, как-то разойдутся уже спать. Посмотреть, что ночью. Да, мне интересно, какая будет картина именно к ночи. Поэтому возвращаемся через 5 часов. Сейчас уже 23:10, и посмотрим, что изменится. Я вставил его ID-шник, тут выдала аккаунт. Типа бан от серверного античита получается. Да. Я его на проверку зову. Тогда включайте демонстрацию рабочего стола. Так, ой, скинченджер уже. На рабочем столе у нас. У него еще Core DLL. Да, это из скинченджера. Я могу удалить и запустить, и еще она появится. Открой корзину. Аврора. Чит-чит. Аврора Project 28.01. То есть это буквально 2 дня назад ты удалил это. Ну, я просто там использовал скинченджер. Я честно, я вообще ненавижу читера. Вообще прям против них. Я понимаю, просто я скачал, потому что там нормальный скинченджер, потому что это типа новенький. Он там баги. Ну, я без читов сейчас играю, честно. Я могу включить, смотрите. Видите, CSGO? Да. Смотри. Видите? В наглую только что со скинченджером бегаю, понимаю. А мне просто интересно, я видос попаду, да? Ну, а что тут вставлять? Как ты просто включил скинченджер? Можешь что-то сказать? Привет, там, друзьям, Ване. Ладно, ты получаешь бан навсегда, в принципе, все, можешь быть свободен. Давай. Ладно. А им плюс ВХ, он расписал каждый чит, который он использует. Нарушитель у нас нет Фейсита, 17 часов наиграно у нас. 74% в голову. 74 в голову. Неплохо. Это очень неплохо. По сути, он сейчас должен в голову попасть. Смотри, у него хедшот 84%. И он лагает чуть-чуть. Да, вот, только хотел сказать, очень странно. Один попал остался. Перевелся. Опять лагает. Очень сильно лагает. Вот чувак, на самом деле, есть варик позвать его, если еще раз он повторит такое же. Опять в голову попал. Кичен. А, понял, кичен. А, реально кичен. Короче, я кидаю. Да. А пароль 123 откройте, полагаю, что это скинченджер у вас. Скинченджер. Такой файлик мне хорошо известен. Так, ну все. Ну, в принципе, только скинченджер. За скинченджер вы получаете 30-дневный бан. Балдеж. Ну, а в ролик хотя бы попаду? В ролик попадешь, да. У вас 30 дней будет. Почистите, пожалуйста, компьютер и приходите к нам уже без всяких скинченджеров и прочих посторонних ПО, так сказать, запрещенных. Потому что следующий бан, если вас поймают со скинченджером, уже будет не месяц, а больше. Я скинченджер не знал, что бан дают, я им даже не пользовался. Но наказание есть наказание, я никак не отмазываю. Он для Мираж. А им? Первый тикет, да, там на него пришел? А, нулевой аккаунт. Нулевой аккаунт полностью, да. Надеюсь, что-то интересное. Блин. Ну, он любит стрелять просто. Кто меня стрелял? Он запугивает противника. Смотри, какой играет. Слушай, мне кажется, он троллит. Он троллит, да? Ну, мне кажется, ну что, ну зачем вот это делать вообще? Смотри, кстати, Пэлос будет сейчас. Гениальный. Он слышит. Смотри, продолжает он делать. Опять прыгнет сейчас. Сейчас прыгнет, смотри. Опа. Сработает фишка. Если он сейчас опять под Пэлос пойдет. Это кек. Он даже остался туда и пойдет. Слушай, он же повторяет прошлый раунд. Смотри. Он в прошлом раунде тоже пострелял яму. И сейчас вроде Пэлос должен быть чуть позже. Смотри, реально! Это что это? Идея сурка на этом сервере? Что происходит? Смотри. Сейчас он должен подойти. Он должен подойти, прыгнуть, увидеть его и прострелить. Он опять его там кидает. Ха-ха-ха!
Если бы Волт его бы не задел, раунд, пацаны. Почти убил. Понимаю. Чувак. Это что? Третий раунд. Да, да. Пэлос опять отыгрывает. Так, а что-то сценарий не тот. По сценарию это должен быть Фэллос. А так Ачелло убил. Смотри, идет прыгает. Не, но ему все равно, он прыгает. Что будет в ситуации, когда Ачелло нет Фэллос, интересно? Как отработает Сумбару? Он в шоке. Он не знает. Он не знает исход таких раундов. Смотри. Он как бот. Смотри, он прыгает, но не видит, что он в сети стоит. Так, ну, читов у него да, нет. Да, читов нет. Сейчас, рейдж. Не, ничего нет. Последний тикет. АВП. Читерство. Он для АВП Лего. Что ты там сделал? Опа, вот это, конечно, 200 IQ жалобы. Возможно, и ВХ, наверное, да? Ну, не дописал. А, это да. Подожди. В... Да. Да, ВХ, да, возможно, ВХ. Боже, что это за тикет? Ладно. Мы еще переводчиками подрабатываем. Да. Ладно, давайте смотреть. Как скучно они играют, чувак. Не говорят, два человека на сервере. Просто стреляют с нулевым аккаунтом. Это так скучно, кошмар. Ребята, вы что такие скучные девочки? Привет, девочки, шок. Привет. Шок, это реально ты? Да. Чё, ты сейчас снимаешь? Не. Вы просто скучные, я боюсь, что вы... вам очень скучно. Литги, послушай меня, ты меня слышишь, Литги? Алёша. Да-да-да, ты, к сожалению, получаешь бан на Сабершоке. Чего? Я так и знал. А, за что? На тебя прилетел тикет, мы проверили твой компьютер, мы заметили включённый чит прямо сейчас. Чего? Около 4. Ну пошли в Дискорд, демку включу, посмотришь читы. Я тебя могу включить. Шок, а можно с тобой? Это был бай, дружище, никакого чита у тебя нет. Спасибо большое всем за игру на Сабершоке. Удачи. Спасибо. Ладно, Литги, иди спать. Мы посмотрели твой режим дня, завтра тебе рано вставать. Не хочу. Ребят! На этом заканчивается ролик. Вместе с Димой и Лхакингом было на самом деле классно. Мы записывали с утра до ночи. Материал на часов 6, я думаю. Коля, извини, пожалуйста, за такой ролик длинный. Но материала реально много, и мне он понравился. У нас были читеры, токсики, непонятные люди. Игнорщики. Да, много чего было. Всем большое спасибо. Если вы ждете новую серию проверки Сайбершока, модерации, пожалуйста, поставьте лайк, и мы это запишем. Подпишись на канал и посмотри предыдущую серию.